Привет, я Иман. Моя цель — залезть на масленичный столб и снять ценный приз. Но чтобы это сделать, мне нужно немножечко привести себя в порядок, потому что что-то совсем мышцы не мышцы. Но у меня есть для этого все. Первый инструмент. Второй инструмент. Такой вот инструмент очень хороший. И моя жимовая штанга. Штанга интересная. Вот такая. Знание сила. Так что так. Ну, а основное, для того, чтобы все это вышло успешно, есть у меня программа тренировок, которая позволит мне за несколько месяцев привести себя в порядок и успешно залезть на столб. Далее, чтобы еще более успешно это все прошло, экипировка. Раз, два, специальные шорты, в них жмется лучше. И специальная футболочка, маечка, которая жмется еще лучше. Вот такая. Как-то так. Разминка, естественно, нужна всегда. Разминка — это отжимание 10 раз смотреть на носки, 10 раз смотреть перед собой и 10 раз смотреть вверх. Соответственно, в этом и будет моя главная разминка. 10 раз вниз. Десять раз перед собой. Десять раз вперед. Группа поддержки в виде кошки. Да. Главное упражнение начальное, так как у нас сегодня день грудных и день бицепса. И немножко пресса. Соответственно, жим, штанги, лежа, 8 раз. Выпущим. Отдых 10, предпочитаю секунд между подходами. Надо делать 3 подхода. 3 подхода по 10 раз, между отдыхами 10 секунд. Погнали. Книги чувствуются. Закончили. Отдых над упражнениями. Минут. Больше не надо. Пока. Отдыхаем, может. Потянуть, тянуть. И развивать. Так как у меня нету двух одинаковых гантелей, я делаю поочередные действия с гантелями, если этого требуется. Например, сейчас. Жим, гантели. Лежа тоже. Чтобы поработать еще будем вместе. Поочередно. Но уже с учетом того, что левое, правое, левое, правое тоже должно быть очень. 3 подхода по 10 раз. Можно 12.
стоять. Только каждую руку сделал, следующую руку, потом ее отдыхаю, вторую руку. Опять это. Короче, так. Максимально неудобно, нестабильно. Но нам и не на бодибилдинг готовиться, сверху на стол залазить. Соответственно, пойдет. Наклонное разведение. Ну, в принципе. Если растягивать мышцы, волокна будут лучше растягиваться и, соответственно, лучше срастаться с большим количеством. Значит, у нас чем больше мышц, тем больше сил, что, в принципе, нам нужно. I feel soft, but it feels so good.
задействуются, конечно, и остальные группы мышц, но основа грудные. Ну и еще одно упражнение. Гантели, жим в штанге. Гантели закончены, жим в штанге. Штанга наша, вот она. Три подхода по 12 раз. Люди, закончили. Отдыхаем минуту и приступаем к упражнениям на бицепс. Пока отдыхаем, готовимся. Есть упражнение на бицепс. Подъем на бицепс стоим, соответственно, 10 раз. Каждой рукой, как одна гантеля, без тяжелых ног, то 3 раза покажем на каждой руке по 10 раз. Отдых, минута. Ну и растяжка бицепса. Следующее упражнение. Подъем на бицепс сидя. Такая же штука. По 10 раз без отдыха, чтобы было 3 подхода на обе руки. Thank you.
Следующее. Подъемы на блоке. Соответственно, на каждую руку по 3 подхода. 10 раз. Погнали. Теперь можно и подросить. Ой.
Короче, я называю это крочить. 10 раз так. Ну понятно. 2 подхода подряд 10 раз одной. Не так легко, как выглядит, хоть и сразу выглядит. Планка. 30 секунд, 10 из... Сколько можно? 30 секунд лучше всего. Максимум. Можем больше. Как-то так. Домашняя кочка не дурак. Домашняя кочка здоровье делает. В общем, так. Это блок моих кассет. Блок моих кассет. О том, как я готовлюсь. Залезть в праздник Масленица на стол за подарком. Вернее, за ценным призом. Вот. Ух. Не знаю, что тут есть. Что-то есть. Занимайся спортом. Мир.